Здравствуйте, рад приветствовать вас, уважаемые друзья. Я продолжаю Far Cry 3, там, где мы остановились. Итак, я сбежал из... из гнезда пиратов. Там, где они всех нагибали. И меня спасли. Деревня, убили моего брата старшего. Теперь нужно спасти младшего брата. И всех-всех-всех. Тут мне дали 60 баксов на автоматы, пулеметы, на оружие. И я пришел сюда в магазинчик, чтобы купить его. Окей. Купить. Что я могу купить? Я могу купить этот пистолет, который мне надо купить по заданию. Это гениально, как тут все устроено. Конечно, купить. С чем сравнить? Окей, купить. Видите, русский текст. Я подзапарился и... Окей. И теперь у меня русский текст. Па-па-па-па-па-па-па. Экипировать. Что же делать дальше? А, из оружия у меня типа только это. Окей. If you don't, I can't get new stock in from the remote villages. And trust me, they got some top-notch gear you're gonna want. Она говорит, слушай радио, там иногда интересное рассказывают и показывают там про Украину. Что это будет такое? Это полуавтоматический пистолет калибра жбла-бла-бла-бла-бла! Жбла-жбла-жбла-жбла-жбла! Который используют некоторые американские спецподразделения. Спецподразделения оружия. Места. Деревня Монаки. Да, мы находимся в деревне Монаки. Приступим дальше. Надо же какой-то пойти, ну. Так, окей. Что мне еще? Кого использовать? Ага, мне больше нечего купить. Потому что... Боеприпасы? Боеприпасы? Нет? Пусто. Пусто-шмусто, денег нету, нифига. Yes, теперь у меня есть Агата Ган. Пойдем, убьем всех. Следуй за мной, мой друг. Пойдем. Power comes from the jungle. Сила в джунглях. Пойдем, я тебя научу кое-чему. Новое учебное задание. Бесплатное. Покупайте в магазинах оружие наших супермаркетов за 9 радиовышки. Оружие станет бесплатным. Чтобы получить доступ к бесплатному оружию. Покупайте оружие в магазинах и убежищах. Но если вы активируете радиовышки, оружие станет бесплатным. Значит, мне нужно бесплатное оружие. Мало оружия не бывает. Ладно. But you will learn valuable information from them. Yes, the scramblers are at the top. Он говорит, в общем, что у тебя есть ценная информация. А всему остальному ты научишься в жизни. Деннисом Родманом. Эй, его зовут Деннис Родман. Идите к радиовышке. Я иду к радиовышке. Бла-б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 ла
Хоп! О, я сел тебе на голову. Только дай мне слово, я тебе выстрелю в голову. Выстрелить? Не выстрелю, не буду. Куда стрелять, эй, чувак? Тупи-тупи-ду, пабарепчи-пабареп. Что это такое? One minute, full stop. Пуп. Удерживайте, чтобы ограбить контейнер. Yes, ограбил я бочку. Кто-то засунул в бочку $36. Что за бред? Так, а здесь что? Тоже можно это ограбить? Что это такое? Чувак, давай научи меня чему-нибудь. Куда стрелять-то? Давай скажи. Ты научился многому, Симба. Давай, я хочу с ноги дверь открыть. Как-никак? Ладно, побежали туда. Мне надо было, правда, убить его? Что-то как-то совсем не круто. Зачем убивать?
Идите к радиовышке. Где радиовышка? А, где-то там наверху. А, блин, нужно идти к радиовышке. Что уж, такие дела. Space jumping. Еще у нас... О, красивые виды открываются. Открываются? Да, открываются. Книжка открывается. Открывается. Идите к радиовышке. Я иду, пришел. Что же происходит? Радиовышка. Заберитесь на самый верх радиовышки, чтобы понаблюдать. Как же все красиво тут кругом. Где тут вход? Где вход? Так. Здесь животные, змей? Что происходит? Господи, где-то змея. А, тут змея. Новое учебное задание, радиовышки. Но это змея. Так. Ограбим контейнер. Драгоценный камень. Золотая цепочка. Патроны. Патроны для дробовика. Я хочу все ограбить. Много, много грабить. Ох уж эта жизнь в Террарии мне делала так, что... Открыть карту. Сделать оружие бесплатным в магазинах. Получить доступ к новым заданиям. Окей. Что это, змея? Умри же! Что, еще надо? Еще захотела? Я не могу тебя взять? Не могу взять. Итак, что здесь? Надеюсь, тут никого нет. О, еще можно грабить! Грабить. Треснувшие очки, еще денег побольше, чтобы купить большой и тяжелый автомат. Конечно, к самому рассвету я заберусь на самую крышу и скажу: какая же офигенная игра! Как хорошо, что я ее не купил. Это вверх? Еще выше. Так. Аккуратненько, давай. Ой. Конечно, там что-то все размыто. И не видно. На самый верх. Да что? Тут опасно. А, тут надо наверх. Так. Спокойно. Чупа-чупа-кабра. Не смотри вниз, да. Мне что-то тоже страшно как-то. Да это всего лишь игра, мне страшно. Ладно, не запрыгнет. Пойдем еще в обход. Вот тут вход. А зачем мы сюда пришли? Ограбить еще один ящик. Старый плюшевый мишка. Сладкий мой мишка и $21. Хорошо, мы пришли в центр. Еще не выше? Это еще выше можно. Ничего, лезем еще выше. А где? Заберитесь на самый верх. Да блин. А, сделал. Если вывести из строя... Шифрующее устройство, вы получите подробную карту этого района. Так, как мне вывести его из устройства? Вау. Вот она. Ножом его, конечно же, ножом. И что это? Что это? Вывел из строя. Вывел. Yes. Да. Овощи, церковь. Берег. А, типа я получил доступ к карте. Теперь знаю, куда идти мне. Радиовышка готова. Включена. С помощью троса спуститесь на землю. Где трос? Где трос? Это трос? Какой трос? Какой трос, а? Еще раз ограбить нельзя? Нельзя. Какого троса? А, вон трос. Давай. Давай. Контрольная точка достигнута. У-ха! Это было круто. Ха-ха, классно прокатился, не правда ли? Неправда. Неправда. Там высоко и страшно. Покажи мне карту, хорошо, чувак. Откройте карту с помощью мягкого знака.
ужас какой-то. Русская версия — это просто кошмар. Это буква М по-английски. Map. Все, что тебе нужно знать, открывается. Adventures. The island calls to you. And, like you, Jason, the shopkeepers are from the outside. They will use the radio towers to do business and reward you with weapons for every tower you free. A true warrior must hunt. Да, ты должен охотиться. Оружие бесплатное, мне теперь какое-то доступно. Мой нигер. Ну, так, моя контрольная точка здесь. Хочешь освободить своих друзей? Ты должен узнать джунгли. Они помогут тебе спрятаться, позаботиться о себе. Видите, я не буду себе попу вытирать. Джунгли мне будет попу вытирать. Что мне делать? Слушай свои инстинкты, бегай по джунглям и кричи. Окей. Деннис Роджерс Родман. Куда мне бежать? Теперь мне надо бежать. Откройте карту мира. До охотничьих земель. А, у меня машина здесь есть. Блин, чё ж я? Машина! Тросы. Мне хотят что-то сказать про тросы. Эй, думаешь, это хорошая идея использовать электрические провода для спуска? Боги поставили их здесь не для тебя. Конечно, боги. Боги Петра Электро сбыт. Смотря у кого какое. Совсем разболталась молодежь. Когда-нибудь... Ты в таком проводе... Въедешь прямо в жерло Вулкана. Как это бред. Ладно, новинка в магазине. В магазине новые карты в магазине доступны. Давай-ка сядем в машину и поедем в охотничьи земли. Ой, как-то я... Ай, как быстро, блин. Что-то очень быстро. Надо медленнее ехать. Ой, мне не дадут Оскара за катание на этом машине. Блин! Новое учебное задание. Вождение. Как вовремя. ГАЗ-ЦЗ. Пробел, ручной тормоз. Выйти из машины, посмотреть назад, пересесть. Окей. Поехали! Я все-таки надеюсь приехать куда-нибудь, блин. Так, куда я смотрю? О, так. Поехали. Медленно, медленно, медленно. Все хорошо. Гонки на машине. Ой, мост, блин, мост, мост, мост. Фу-фу, я проехал мост. Снова столб. Привет, столб. Машинка-то казенная была, наверное. Так, я никуда-то не туда приехал? Или туда? Припаркуемся, как в лучших школах. Выходим. Так, костерчик, костерчик. Руки погреть, погреть. Тихо, тепло, холодно. Кругом. Грабим, 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 грабим. Зеленая полка, покерная, шмокерная. Да доберусь я, доберусь. Сейчас только ограблю тут все подряд. И доберусь. Как же, не ограбив? Можно идти на голодный желудок, никуда не пойдешь. Та-ра-да-да-да-дан, да-да-дан-да-да-дан. Здесь тоже наверняка сундук стоит. С причиндалами, нет? Бочка с карандашами. В коробке с карандашами. Ничего здесь нету. Так. Машина? Нет, это точка моя где-то там. Можно сюда можно войти. Может, еда есть? Может, еда что-нибудь вообще тут происходит, а? Свиньи. Нет, реально просто свиньи висят. А, вот на карте я вижу, где что зарыто, мной не взятое. Да? Где тут что? Я стою прямо на этом. Что за изумруды? Алмазы. Та-ра-ра, 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 та-ра-ра. Чем-нибудь я могу здесь взять? Нет, не могу. Ладно. Побежали в джунгли. Джунгл, welcome! Еще раз снова. Здравствуйте, джунгли. Надеюсь, контрольная точка достигнута. Хорошо. Ага, мне нужно собрать растения. Какие нужно?
Убейте, освободите... Освежуйте двух кабанов. Соберите три растения. Кабаны, шкуры, растения. Так держать. А! Где? Ну ладно, вот какое-то растение. Давай возьму его. Красное. Полуновый лист. Ладно, мне какое-то... Этлингера. Этлингера. Или имбирь факер. Хороший сочетается с рыбой. Отлично. Неужели мне еще надо будет крафтить тут что-то? Где же вы, кабаны? Зеленый лист. Есть такой. Вот еще один зеленый лист. Вот он, стой. Стой. Подойди. Взять зеленый лист. Так, голубой лист. И кабанов найти. Чик-чик-чик-чик. Вон. Это кабан? Нет, это не кабан. Или это кабан? О, кабан реально. Давай спустимся здесь? Да. Ух, шух, бух. Так-так-так, кабанчик, маманчик. Красный лист. Это какие-то заповедные земли, чьи-то огороды просто. Я такой пришел. Твой огород будет моим. Где этот кабан? Вот, ты кабан? Совсем не кабан. Господи. Чтобы лечиться. Да, меня закопал. Меня забодал какой-то бык. Я просто ничтожество. Надо было ножом. Окей. Вот, я нашел. Я нашел быка, кабана. Бж-бж-бж. Стой, свинка. Иди к папе. Быстро. Беги. Где свинья-то, блин? Че, она скоростная, что ли? Где свинья? Вон она. Давай. Давай, ну что такое? Яс, наконец-то. Швак. Не смотрите, если вам это не нравится. Отвратительно, конечно, отвратительно, блин. Так, туда я не... О, свинья! Может, с ножом? А у меня нож-то есть? Есть нож. Свинья! На, в попу! Ха-ха! Это было быстро! Не смотрите! Все, шкура кабана моя. Так, голубой лист, где ты, голубой лист. Блин, кто-то рычит страшным криком. Так, где эти изумруды? Что это за изумруды на карте? Не понимаю пока я. Ладно, голубой лист, ищем голубой лист. Охотничьи земли, голубой лист. Может, возле воды? Голубой лист возле воды, это просто гениально. Так, где? Где? Я ищу и не вижу ничего. Голубой лист где-то... А, вот. Вернуть надо? Что такое? Блин, как тут можно найти голубой лист? Зато утонуть нельзя. Крокодил! Это был крокодил. Будем знать, что в джунглях водятся, кроме обезьян, еще и крокодилы.
Вот еще одна свинья. Окей, окей. Давай, давай. Бери с ней все, что надо. Блин, голубой лист. Как же мне этот голубой лист взять, если там аллигаторы? Может, не надо никуда нырять? Или все-таки надо? Ой, как не хочется. Ой, как не хочется нырять туда. Страшно, страшно. Может, как-то можно подойти просто и... Типа так? Где голубой лист? Где голубой лист? Ну? Ну, я же встал. Я уже встал на него. Блин, еще опять приплывет крокодил ко мне. Ты голубой лист? Как тебя зовут? Признавайся. Ты голубой лист? Нет, не они голубые. Они не голубые листы. Голубые листы, к атаке! К оружию. Блин. О, голубой лист. Твою ж мать, голубой лист. Все, уплывай нафиг. Yes! Встретить Денниса в Аманке. Так. Следующее, что будет? Да, я попаду. Я буду у Денниса в Аманке. Ух. Выберите значок для мгновенно. Откройте карту на мягкий знак, господи. Так. Для мгновенного перемещения. Да! Я собрал все, что мне надо, для того, чтобы захватить весь мир. Ну что, Деннис, готов со мной поговорить? И вот я пришел к Майклу Джексону, и он мне сказал: я научу тебя делать лекарства. И мне сразу открылось это меню, и где, наверное, мне нужно научиться делать эти лекарства. Вот. Да, делай себе лекарственные препараты. Есть. Давай сделаем как им. Одно лекарство. Есть. Есть. Ну, можно как-нибудь уже отсюда уйти еще? Я могу еще приготовить. Good. Да. Хорошо, Джейсон. Да, больше лекарств, больше мощь в джунглях. Да. Короче, сделай себе хороший рюкзак, чтобы туда класть весь лут, деньги, оружие. Окей. Да я, по-моему, уже сделал. Нет? Рюкзак. А я уже его сделал. Окей. Все, изготовим. Да. Последняя вещь. Это броня. Или эти патроны. Давай, покажи. Умение. Он сейчас будет меня учить, как развиваться в трех разных измерениях. Ну, знаешь, шучу. Точнее, в разных умениях. То есть цапли, акулы и паука. Навыки паука. Акулы, цапли. Хорошо. Что мне дальше делать? Ага, какая красивая татуировка воина. Хорошо, научи. Как ты меня хочешь научить? Да, научи. Вот тут я могу бесшумное убийство. Надо было переключить на акулу. Щелкнуть, чтобы тихо убить врага со спины. Посмотреть обучение. Посмотреть. Извини. Подкрадитесь к врагу незаметно. Нажмите А, чтобы его убить. А. Все, спасибо. Ух.
Ладно, я понял. Выучите этот навык? Конечно! Опять мне этого беднягу показывают. Выбери другое, выбери другое. Оу, yes. Что это такое? Быстрее ветра! Время бега, чтобы провести подкат. Время бега, я нажимаю дзы, делаю подкат. Выучить, да. Ты выучили хорошо, Джейсон. Делай мне новую татуировку. Татау, мататау. Кто-то звонит. Мы едем в деревню Ваонаки, у нас есть одна американка. Нужно вернуться, быстрее. Пойдем быстрее, не волнуйся ни о чем. Воспользуйтесь меню, чтобы изготовить несколько снадобий. Сделано. Воу. Хо-хо. Будем ехать, ехать, стрелять. Ну, поехали? Нет, мне нужно с тобой залезть, что ли? Да, нужно сесть рядом. Вау. Тачанка, поехали. Выживание. Ракьяки. Ракьяк живут на основе незапятных хрюм. Они выделились из секретных списка и берегу. Они хранят секреты. Очень многие удалось побежать с них, познакомились. Это разные бандиты. Ракьяки, шмакьяки. Он говорит про этих бандитов, что они захватили здесь все, чтобы контролировать. Контролировать и повелевать. О, вот они. Давай подъедем поближе. О, олененок. Вы видели олененка? Новые умения тебе будут доступны. Воины Ракьи. О, охотничьи из угодья. Да, я просто хочу спасти Лизу и моих друзей. Мне нафиг нужна твоя запута. Мы все одинаковые, Джейсон. Мания Плантония. Новые рецепты. Ты не один, мой друг. Да, мы тебя научим. Всему, чему надо, блин. Научат они меня. Конечно. Простой колчан теперь я могу сделать. Нужно теперь сражаться. Захватить. Уничтожишь всех пиратов на аванпосте. Это твой выбор. На этом все, друзья. Спасибо, что смотрели. Захват аванпоста будет в следующей серии. Я надеюсь, все пройдет хорошо. И Аракьяла нам поможет. Пока!